которой мы вас производим. Любовь проходит сквозь кирпичные стены. Три часа ночи, соседи на взводе. Добрый вечер, друзья. И вначале хотелось бы сказать, наша команда очень сильно верит в приметы. И вот одна из них. Если вы ночью идете по городу и слышите крик «Помогите!», то вы в Москве. А если «Помогите!», то вы в Семикаракорске. Чёрт. Команда КВН с забавным названием. Мы поехали! Добрый вечер, мой город. Итак, мама вместе со своей дочкой в магазине оптики. Так, доча, сегодня мы будем покупать тебе очки. Мам, я не хочу очки. Доча, ну почему? Потому что мне в школе все будут говорить, что я очкастая. Да, доча моя, зай ты моя лапа. Да кто ж тебя будет называть очкастой? Ты же у меня жаробасина, пойдем. Итак, одна из чирлидерш плохо подготовилась к своему выступлению. Случай на перекрестке. В одной из гримерок. Люсь, Алюсь. Чё? Принеси растворитель, а то я ногти накрасила. Глаза бы мы это не видели. На, держи. Спасибо, Алюсь, так намного лучше. Что это сейчас было? Ну, шутка. Это не смешно. Ну, зал, он человек смеялся. Он пьяный. Но он смеялся. Ну и что? Ну, ладно. Так, иди готовься. Или я тебе индийского леща. Что? А куда? Индийского леща. Это как? Итак, представьте, компания молодых людей на природе. Ну что, Сань, давай. Дим, может, ты не будешь пить? Да, Катя, что может случиться? Вдруг ты поперхнешься. Да, Катя, все нормально, успокойся. Я беременна. Я тебя. Итак, представьте, все мы находили в детстве журналы для взрослых у своих родителей. А теперь маленький мальчик нашел журнал и решил показать его своим друзьям. Ребят, ребят, смотрите, что я у папы в ящике нашел. Обычная ситуация в банке. Все на колени! Я сказал на колени! И сказал Господь Моисею, веди народ через пустыню свою. Еще не все, и мы продолжаем. Не вошедшие кадры в фильм «17 мгновений весны». Мюллер, вызывали? Вызывал. Наша разведка вела долгую слежку. Спасибо. Мы знаем, с кем вы общались. Мы прослушивали ваши разговоры. Следили за вашей перепиской. Спасибо. Мы знаем, где вы были, с кем вы были и о чем вы разговаривали. Мы знаем о вас все, и у вас не нужно отговариваться и придумывать всякие отговорки. Так и что вы хотите сказать мне, Мюллер? Вы советский шпион. А вы пироженка. Дорогие друзья, может вам оттуда зала видно не особо, как бы замечательно, но нас прекрасно видно. На сцене стоит ведущий Сергей Соловьев. И в лучах софитов его улыбка сияет, как солнце. И поэтому наша команда так и называет его. Солнце, солнце, это песня для тебя. Карты ломают колоды, время стирающие годы. Видишь, мы рядом, и вот они здесь и сейчас. Даже когда все против, даже когда все против,
даже когда все против, солнце за нас. Дорогие друзья, и после такой песни остается только добавить. Вот мы хотели бы вам запомниться. И для того, чтобы запомниться, мы бы хотели подарить вам подарок. А как вы все знаете, самый лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. И поэтому мы дарим вам собачек. Команда КВН, забавное название. Большое спасибо. Помните нас. Ты рядом со мной,